Свыше 1000 арендных квартир получит рабочая молодежь Алматы до Нового года. Сегодня ключи от новых апартаментов первому потоку очередников вручил аким города Бакыджан Сагентаев. Согласно госпрограмме «Нурлы жер», претендовать на жилье сроком на 5 лет могут трудоустроенные молодые люди до 29 лет. Аян Рафина-Рикбаева продолжит. 26-летняя Жанир Кежаулубаева – преподаватель начальных классов с 8-летним стажем. Месяц назад девушка подала заявку для участия в программе «Нурлы жер», но не думала, что обзаведется заветным жильем уже до Нового года. Сегодня Жанирке в числе новоселов. Не описать словами, как я счастлива. В таком огромном мегаполисе, как Алматы, не каждый сможет приобрести квартиру. Эта программа – огромная возможность для молодежи. Думаю, за 5 лет мне удастся накопить на свою собственную квартиру, так как больше не придется платить за аренду съемного жилья. Так же, как и Жанирке, до конца года квартиры получат еще больше 1000 человек. Это молодые люди до 29 лет. Сегодня первым из них ключи от новых апартаментов вручил глава мегаполиса Бакыджан Сагентаев. Государство никогда не жалеет и не жалело сил, средств для молодежи. Эта программа стартовала в 2019 году по поручению Ельбаса. С тех пор ежегодно 1050 человек получают квартиры. Помню, в самый первый год ключи вручили 24-летнему парню. Он не мог в это поверить. Такой молодой, а уже имеет собственное жилье. Счастливые обладатели новых квартир будут проживать в этом жилом комплексе «Алма-Сити-5». Здесь созданы все условия для удобства и комфорта новоселов. Обустроен двор, освещены улицы, а дети смогут безопасно играть на площадке. Сами дома построены из монолита, а фасад выполнен в уникальном разноцветном дизайне. Заветные квадратные метры в уходящем году получили и около 440 семей. Это многодетные и неполные семьи, а также воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Многие из них годами скитались по съемным квартирам. Собственным жильем они обзавелись благодаря программам «Бакатот Пасы» и «Шанграк» на условиях льготного кредитования. С начала года по сегодняшний день получили более 3800 человек по различным программам. Также арендная квартира, это «Алматы Жастары», это льготные кредитования. Плюс сегодняшние 1050 наша работающая молодежь и кредитное жилье 441. То есть по итогам года мы можем говорить, что более 5300 человек мы в этом году обеспечили в городе Алматы своим жильем. К слову, в городе реализуется еще одна госпрограмма «Алматы Жастары», по которой уже второй год выделяются льготные займы по низкой процентной ставке. В 2021 сумма займа выросла до 18 миллионов тенге. Планируется, что программу продлят и в следующем году. Айнрафина Рихпаева, Мирам Исабеков, телеканал «Алматы».